готова? Угу. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию от 1982 года, воплощенного на Земле. Один, два, три. Угу. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде. И если в его биороботе находятся еще какие-то копии или голограммы, на счет три они выходят и становятся рядом. Сила моего намерения, да будет так. Один, два, три. Нету копии, там дракон сидит. Отлично, хорошо. Закрываем тогда. Как они мне надоели. Закрываем тогда. Защищаем биоробот Павла защитным потоком из энергии Абсолюта. Берем его в защитный скафандр. И вместе с тонкой копией Павла поднимаемся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, подъем. Мы здесь, да. Отлично. Павел дает согласие на сеанс? Дает. И я даю команду, и на счет три сканер начинает сканировать Павла на всех частотах, все семь тонких тел, находит все чипы, датчики, импланты, конвекторы, выстраивает от них каналы, ответственны по каналам, идет в клетку, тюрьму и становится ее заложником. Один, два, три. Ну, дракон, он какой-то как... ящер-дракон какой-то. Агрессирует, он рычит, он на него накидку накинул. Сетку такую. Агрессирует, наконец-то. Фух. А я уже думал сегодня, такой скучный день. Больше никого нет. Хорошо, понятно. Так, у нас, значит, там сидит ящер, один канал. И сетка. Давай. На тонкой копии. Сетка. И я даю команду, и снимаю эту сетку. Сила моего намерения, она выходит из биополя. Павла, один, два, три. Да, есть. И открывается... Нет, ничего не открывается. И сила моего намерения, я одеваю эту сетку на этого ящера. Один, два, три. Сила моего намерения не может снять. Ну, он сейчас скулить начинает. И включаю ее на полную мощность. Да, будет так. И пока его лупит. Отлично. И пока его лупит, там я даю команду, и из биополя Павла начинает выходить все подключки, чипы, датчики, все, что установил этот паразит на его частоте, начинает выходить. Павел помогает, включает белый свет и выдавливает из себя все энергии от этого интерферента. Один, два, три. Все зависает перед ним в воздухе, начинает наматываться в клубок. Синий такой клубок наматывается, он раздражал его сильно. Отлично. Вот сейчас тонкая копия прям с рук отряхивает. Фу, говорит. Намотался клубок. И отлично. И весь этот клубок разматывается и одевается полностью все на этого ящера. Один, два, три. Все в тех же местах. Сила моего намерения устанавливается, наматывается, подключается и включается на полную мощность. Да будет так. А так и есть. Ну, он фу, из него как пена какая-то, или пар какой-то выходит. Белое что-то. Пар, наверное. Густой такой. И он на полу. И его полу. Бьет, как вот этой сеткой всей вот этой раздражением. Вот это он установил на человека. Он получает откат, все, что он дал, до той же меры Павел отдает ему назад. Автоматически останавливается энергия только тогда, когда он получит полностью всю энергию, которую он дал Павлу до этого момента. Ровно столько же. Он чернеет. И он как-то дышит так. Выдыхает все это. Выключаю. Все? Затих. Затих. Отлично. И открывается портал на чистоте этой сущности. 1, 2, 3. Вышвыриваем его туда. 1, 2, 3. Ушел. Готово. И включаем высоковибрационные фиолетовые лучи на предмет вытеснения чужеродной энергии, которая могла остаться в этой комнате. Все сжигается до последнего микрона чужеродной, вытесняется за пределы этой комнаты. Канал у нас еще. И подхожу к Павлу, кладу руки на плечи, и моей собственной энергией 100 тысяч герц сжигаю этот канал. Один, два, три, удар. Угу, готово. Отлично, открывается портал в галактическое ядро, и производим сброс этого мусора. Один, два, три. Есть. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо. Так, мы закончили? Да. Давай заправим Павла энергиями. И сколько нужно Павлу энергии?
320. И какая частота вибраций? 27. 27. Отлично. И на счет 3 в макушку головы Павла начинает поступать. Поднимаем частоту вибрации Павла до 27 Гц. Пошел подъем. Яркие энергии, они сочные. Готово. Отлично. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. 1, 2, 3. Есть. Отлично. Все. Как он выглядит? Все нормально? Павел, как ты себя чувствуешь? Хорошо чувствует он себя. Хорошо. Читай манифест, выставляй защиты себе активные, защищайся от таких паразитов. И все будет хорошо. Все, будем отправлять его в биоробот. Ты готова, Вера? Да. И для усвоения энергии возвращаем. Тонкую копию Павла в систему биоробот-душа заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке мозга. Проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Да, здесь. Ты готова? Да. Хорошо. У нас сейчас проверка. Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1979 года, воплощенной на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде. Татьяна выходит из своего биоробота. Если в ее биороботе находятся какие-нибудь голограммы, копии, они силы моего намерения, сейчас выходят и становятся рядом с ней. 1, 2, 3. Да будет так. А так и есть. Ну, у нее тонкая копия, руки связаны, ноги тоже. И каналы куда-то идут. Не каналы, а веревки, как веревки черные, толстые. Можем притянуть. Или там поднять надо, давай поднимем. Хорошо. И защищаем ее физический биоробот с защитным потоком из энергии Абсолюта. Берем ее в защитный скафандр на время работы. И вместе с тонкой копией Татьяны поднимаемся в нашу комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, мы здесь. Хорошо. Мы приветствуем Татьяну. Интересуемся, готова ли Татьяна к диагностике. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, доверит. Хорошо. И я даю команду. И на счет 3 сканер начинает сканировать пространство над головой, под ногами. 360 градусов вокруг Татьяны. Находят все чипы, датчики, импланты, конвекторы, любые подключки. От них моментально выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьмы. Ответственные за эти подключки, чипы и датчики по каналам притягиваются в клетку тюрьмы и становятся ее заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать. Все 7 тонких тел. Все находит, выстраивает каналы. Отправляет ответственных в клетку тюрьму. У нас спрут, и у нас то ли бес, то ли демон, кто на беса больше похож. Считай цифры над головой. 10-11 идет между 10. Это демон. Но он спокойно сидит. Ну, что, это его эти канаты. И от него идет такое, что она сама себя как овца на заклятие ведет. Совсем соглашается. Я пока его еще ни о чем не спрашивал. Будет время, спрошу. Итак, у нас 2 канала. Демон и спрут, да? Да. Спрут, почему ты зашел в это тело? Я тебя предупреждал не приходить в это тело. Ну, он показывает, что он ест мозги. То есть в его понятии это энергии он ест ее. Я объясняю, ты зашел в тело человека, который прочитал манифест, где стоят слова. Все, кто войдет в мое биополе, будут уничтожены. Ты готов уходить в галактическое ядро? И открывается перед ним портал в галактическое ядро на счет 3, 1, 2, 3. Итак, Спрут, ты готов уходить в галактическое ядро? Он не готов, он залез на стену. На стену. Закрываю портал в галактическое ядро. И удар 50 тысяч герц по Спруту. Он упал и поднялся на присоски, опять встал на свои. Правильно, я ему половину дал. Итак,
ты зашел в биополе человека, который охраняется мной, где стоял манифест. Ты готов уходить? Я тебя второй раз спрашиваю. А ты знаешь, он агрессирует. Отлично. И удар 100 тысяч герц. Ну, отшвырнула в угол. Агрессирует? Хорошо. Агрессор. Ты что-то чувствовала? Нет, у нас защита хорошая, но он лапами бьет. Хорошо. Ждем, пока встанет. Ты его ранил. Я его сейчас буду убивать. Итак, Спрут, ты понял, что ты зашел на территорию, которая запрет стоит? Или ты просто жрать собрался здесь кого-то, а? Так я сожру тебя сейчас здесь. Ну, он кивает. Нет, он еще не понимает. Еще один удар. 100 тысяч герц. Оставляем его, переходим дальше к демоняке. Так, демон, я тебе те же самые вопросы буду задавать. Ты зашел в биополе человека, нарушив все его свободы, право на самоопределение, право на использование своих энергий, право на то, чтобы распоряжаться своими собственными энергиями. У тебя есть хоть одно оправдание? Есть у него, он ее учит этим. Хорошо, а я тебя... Она должна научиться уважать себя. А почему ты думаешь, я должен тебе верить? Она должна пересмотреть свое. А почему ты думаешь, что ты учитель, тебя кто-то призывал становиться ее учителем? Ты вообще знаешь, куда ты попал сегодня, демон? Вот так вот, по большому счету. Попал в биополе. Нет, ты кому ты к нам попал сегодня? Ты нас знаешь? Чистильщики. Нет. Я тебе сейчас объясню. Здесь тоже есть такая разница между чистильщиками. Ты слышал такого демона Вельзевула? Тише, не произноси его имя. Слышал, уже, конечно. Уже можно произносить, потому что я его отправил туда, где он сейчас находится. И ты стоишь на грани того, чтобы встретиться с ним. Он показывает на ней, говорит, что если она не научится отвечать, у нее... Постоянно будет кто-то с Нижнего мира. Что ты имеешь в виду под отвечать конкретно? Ситуацию опиши, что ты хотел этим сказать, чтобы я ее понял. Люди вокруг нее пользуют ее, и она как... Ну, он говорит, овца на заклятие, совсем соглашается и подчиняется. Она себя не уважает. И тут приходит демон и учит ее уважать себя? И как же ты можешь ее научить уважать, чтобы она взяла нож и порезала всех, или как? Ты априори не можешь ничего ей положительного дать. Ты с меня сейчас врешь. И я тебе еще раз объясняю. Спроси у нее. Что она все проглатывает и плачет. Она все проглатывает. Понижая свои эмоции. И я тут как тут. А где ты зашел к ней? Расскажи мне. И когда? Но он показывает комнату, и он к ней как подбегает. Так вот, и прыгает в ноги. Как даже не под, а вот подбегает. Это так. Он вчера прыгнул ей в ноги? Выжидал, и да, это он. Значит, он один день сидит там, да? Или он заходил уже? Нет, были вибрации выше моих. Слушай, вот я тебе объясню, почему это бред. Вот у меня сейчас вибрации. Ты видишь мои вибрации? Да. 37 герц. Я из себя вытаскиваю 37-герцовых демонов, 53-герцовых демонов. И ты мне хочешь рассказать, что это мои учителя? У тебя другие случаи. А, ну видишь. Но а она годами делает одно и то же. И как давно ты ее знаешь? Ты часто к ней приходил? Ты давно ее знаешь? Она ее мужа знает. Это он через нее перешел? Он показывает на него. Он через мужа перешел к ней? Я рекомендую тебе отвечать на мои вопросы. Нет, там сидит другой. А, мужа другой, понятно. Скажи мне, влияние мужа, насколько сильно на нее в том плане негативной энергетики, которая приводит к слезам? Есть вообще какое-то влияние? Или человек по своей программе просто там идет, этот мужчина? Он влияет на нее как-то? Он опускает ей вибрации, этот демон, который сидит в муже? Опускает вибрации ситуации, а она не может реагировать достойно. Она реагирует терпением
И снижение вибраций. Понятно. Скажи мне, а зачем ты ей тогда руки и ноги связал? Показать, что она как овца на заклятие идет и ничего другого не может, другой путь не видит. Она должна менять свои привычки, если хочет быть. Но он говорит выше. Хорошо. Ты видел ее манифест. Ты не чувствовал вибрации от этого манифеста, который в ней находится? Есть там намерение? Ну, был манифест. Он был нарушен этим космическим. А что он сделал космически, расскажи мне. Влиял на голову ей, боли давал. Хорошо, все понятно, с ним буду отдельно разбираться. Ладно, хорошо. Так, все, Вера, он сидел один день, давай сейчас, демон, выходи, снимай все, что ты оставил в ее биополе, развязывай, доставай все до последнего микрона, я буду все проверять. Да, достал. И я даю команду сейчас все, что находится на чистоте спрута, Татьяна помогает нам и начинает на счет 3 выдавливать из себя весь яд, все присадки, все импланты, все, что он установил, спрут, вся его жидкость до последнего микрона, силы моего намерения, начинает выходить из Татьяны и накручиваться в шар перед ней. 1, 2, 3. Все, до последнего микрона Татьяна выдавливает из себя, все выходит, все его чипы, все датчики, любая жидкость, любая... присоски его, у все вылетает. Как накидка какая-то с ним. Накидка слетает с Татьяны, наматывается на этот шар. Угу, готово. И открывается портал в галактическое ядро под этим шаром. 1, 2, 3. И все улетает в галактическое ядро на переработку. И, закрывая, печатаю растрея, я даю команду. И сканер начинает по-новому сканировать Татьяну. Все 7 тонких тел. 1, 2, 3. На чистоте интерферентов, если что-то еще осталось не найденным, все находится, загораются ярко-красные маячки. Зеленый. Хорошо. И мы закончили. Я подхожу к Татьяне, кладу руки на плечи. Моей собственной энергией 100 тысяч герц, сжигая все каналы. Значит, 3. 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы, все в пепел. Да, готово. Открывается портал в галактическое ядро, и весь этот мусор улетает в галактическое ядро на переработке до последнего микрона. Хорошо, закрывай, печатаю, растворяй, все, демон нам больше не нужен. Хорошо, демон, я тебя последний раз предупреждаю, в это тело не приходи. Меня не интересует, в следующий раз уже не будут интересовать истории твои о понижении вибраций. Вполне возможно, что ты спровоцировал эти ситуации, или тот демон, когда у человека повернулись, упали вибрации. Я тебя сегодня отпущу целым и невредимым. Это большая редкость второй раз. Ты можешь в своем мире спросить, какой участи ты сегодня избежал. Как минимум, рога я тебя не отрезал, как я это делаю другим 30-герцовым. Ну, у тебя объяснение звучало более-менее логично. Я передам. Татьяна об этом всем узнает, услышит. Но в следующий раз ты в это тело никогда не зайдешь, даже если оно будет открыто и кричать «Войди». Потому что она мне позвонит, я вытащу тебя. Я вытащу тебя, и тебя сожгу. Ты это понял? Как я сожгу этого, как я этого спрута сейчас сожгу. Я понял. Открывается внизу портал на чистоте демона. 1, 2, 3. Демон уходит на свою чистоту, забирает все, что с собой принес, закрывая, печатая, растворяя, с того огненную пентаграмму. Готово. Так, спрут, все. Ты преступник. Ты паразит. Ты еще и накинул накидку на нее, ты установил и жидкость свою сделал, да ты просто агрессивный паразит. Пришло время избавить Вселенную от тебя. Ну, он как-то шипит, и у него выворачивается рот, какие-то там штуки вылазят. И что это значит? Ну, значит, он защищается. Удар 200 тысяч герц. Это как... Он не отстанет, Вера. Ну, он ранен. Отлично. Уменьшай его в 3 раза. 1, 2, 3. Все, хватит. Открывается наверху портал на чистоте спрута. 1, 2, 3. Хочешь, уходи. Давай. Ну, из него жидкость течет какая-то. Ну, выползает туда. Продезинфицирую. Вышвыриваю его силами его намерения. 1, 2, 3. Улетел. Готово. Закрывая, печатаю, растворяю. Включаем высоковибрационные лучи. Фиолетовые лучи, 500 тысяч герц, все сжигает, все, что осталось от интерферентов, все микроны, ничего не остается. 1, 2, 3. Это такой паразит, он никогда не уйдет. Есть агрессивные демоны, есть, которые можно философствовать, точно такие спруты есть. Хорошо, Верочка. Готово.
Да, готово. Хорошо. И давай заправим Татьяну энергии. Сколько ей нужно энергии? Сейчас посмотри, какая частая вибрация. Значит, 240 и 25. И 25. Хорошо. И на счет 3 в макушку головы Татьяны начинает поступать. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняют, усиливают. Частота ее вибрации поднимается до числового значения 25 Гц. Пошел подъем. Ты знаешь, в принципе, демоняка прав. От него какой-то позыв шел. Он что-то не поделил с другим демоном. Там высокие герцы. И он ее пытался вывести, чтобы она ответила ему. Она как молчала. А, она в себе. А, хорошо. Хорошо. Надо было тебе раньше мне об этом сказать. Тогда бы я узнал. Хорошо, Татьяна, вы слышали, вам скорее важнее не квартиру, а за вашу супругу мы, по-моему, уже разговаривали. Хорошо. Наполнилось? Да. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. 1, 2, 3. И для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Татьяны в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждой клеточке, каждому органу, каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Я здесь.